Всем привет, с вами Лев, и мы продолжаем играть Майнкрафт, и, ребята, мы выбрались в верхний мир, наконец-то, выбрались из ада. Сегодня мы будем добывать ресурсы, это такая серия будет, да, в принципе, чисто добыча ресурсов, там еще что-нибудь в обычном мире. В принципе, это уже какой-то обычный летсплей получится, ну ладно, в принципе, давайте, ребята, начинать, да, в принципе, у нас, в принципе, по сути, и был обычный летсплей, только он был в аду, да, ну и, в принципе, получился необычный как раз из-за этого, потому что все такое вот новое, необычное, нестандартное, ну ладно. Ладно, в принципе, окей, давайте я сразу же начну добывать камень, обычный, наконец-то, да, обычный камень, блин, капец, смотрите, вот даже показывает то, что новые блоки добываю, офигеть, ребят, это не черный камень, это обычный камень, обычного из Майнкрафта, это вообще круто. Приходится добывать деревянной киркой, потому что в том мире я не хотел идти за камнем, да, вот этим черным, чернокамнем, потому что, ну, решил сразу здесь записать, в верхнем мире, здесь уже начать, так сказать, обычное выживание, потому что все, что у нас есть, это золотая броня, в принципе, три багровых доски, пару палок, всякие инструменты, эндерпёрлы и еда. Ну, наверное, самое ценное это броня и еда, ну, и эндерпёрлы, в принципе, тоже. Да, так хорошо, в принципе, добываю камень, потому что его нам надо, наверное, много. Так, хорошо, так еще. Отлично. И теперь давайте добудем обычное дерево, обычный дуб для начала. У нас тут еще акация есть, тоже, в принципе, неплохо. Да, вот такая вот обычная сея у нас сегодня получится. Я на самом деле уже даже отвык играть в Майнкрафт, я, блин, не играл полторы или две недели уже, ну, когда видео выходило. А хотя оно уже позже выходит всегда, ну, две недели, наверное, не играл уже. Поэтому вот, ребята, вот такие вот дела. Уже, блин, разучился играть. Хотя, в принципе, это как-то даже странно. Потому что, ну, в принципе, я чаще в Майнкрафт играю, не раз в две недели. Ну, ладно. Ладно, в принципе, окей. Делаем, наверное, верстачок. Вот, в принципе, есть верстак. Блин, я даже промахиваюсь про кнопкам, да. Нифига себе, кактус высокий. Короче, мы можем всякие блоки взять отсюда и уже в самом аду их использовать, например, те же кактусы, песок и так далее, это же по приколу можно посадить там. Тоже, в принципе, будет, наверное, красиво. Так, хорошо, хорошо. Делаем, наверное, лопату. Меч, наверное, сделаю. Так, меч, лопата. И, наверное, топор тоже сделаю. Попробуем сегодня железо найти какое-то. И уголь. Уголь тоже надо найти, а уголь вот он, кстати. Не заметил что-то его. Так, окей, добываем. Уголь это для факелов, всяких вот этих факелов душ и так далее, там фонарей и так далее, железо там нужно и многое-многое другое. Это все понадобится. Так, еще камень можно, в принципе, поломать. Круто то, что еда есть, потому что без еды реально было бы тяжело. Так, деревья. У нас тут какие-то горы и пустыня вообще. В принципе, горы это хорошо. Раз потому что куча угля и железа, и это все на поверхности, и не надо копаться никуда вниз. Хотя с другой стороны было бы круто, если были бы какие-нибудь джунгли или обычный бы дефолтный лес, да, обычные равнины. Хотя в принципе так было бы слишком стандартно. Да, пускай будет так. Я походу еще комментировать разучился, хотя это может быть мне кажется. Так, все, добыл 20 угля, это очень, в принципе, неплохо, потому что в аду бы я бы фиг бы его бы добыл бы. Но в аду, кстати, тебе реально можно выживать. Вот туда я не знаю, почему не добавили уголь, потому что в базальтовых дельтах, по идее, уголь могли бы добавить. Это странно, то, что его там нету. Не успела пройти 2 минут, я уже почти стак, ребят, сломал угля. Добыл, да, 53 угля, это вообще жесть какая-то. Надо, кстати, поесть. Отлично, да. В принципе, я думаю, то, что надо всякие доски взять, да, необычные из этого мира, да, и перенести их в ад. Возможно, кстати, посадить обычные деревья. Кстати, смотрите, какой биом-то хороший. Ух ты. Джунглевское дерево, еще корабль. А там, кстати, железные всякие слитки могут быть. Кстати, надо туда сходить. Это реально интересно. Так, спруты плавают. Неплохо, неплохо. Ладно, давайте сплаваем. Мне правда интересно. Да-да-да. Это, кстати, версия 1.16.2 теперь. Здесь тоже что-то обновили. Я не знаю, что именно. Но что-то, наверное, обновили. Что-то интересное, да. Всякие такие плюшки. Ну, появились вот эти пиглины новые. Я знаю, да. Вот эти брутальные.
Так, хорошо. Защита 4 на шлеме. Нифига себе. Уголь всякий, бумага. Можно бумагу взять, тыквы. Так, сейчас умру. Подождите, я сейчас умру. Тихо, тихо, тихо. Так, успел всплыть, даже урона не получил. Так, давайте вниз. Еще один сундук вижу. Или этот и есть сундук? Да, это он и есть. Хорошо, значит сюда можно подышать и забрать карту клада, книги и все, что ли. Здесь, я думал, какое-то железо найти можно, но его здесь что-то и нету. Это на самом деле грустно. Так, немножечко сейчас добуду такого дерева, потому что все-таки в аду его мы никогда и не увидим, наверное. Джунглевское дерево в аду, это как-то странно, ну ладно. Так, хорошо, раз, два, ну так, чуть-чуть подобываю, неплохо. Появилась у меня идея еще песок забрать, потому что тоже интересно, я думаю, получится в аду так сделать, да, типа кактусы вырастать будут, да. Там вот этих зеленых красок и синих не хватает, хотя нет, синие есть, это искаженный лес, а вот зеленых точно не хватает. Вижу пещеру. Ой-ой. Паук. Здорово, здорово. Первый раз мобов этих вижу, если честно, здесь. Естественно, в этом летсплее. Где бы я бы их бы увидел, не знаю. Ну ладно. Так, факела. Хорошо. Факела это хорошо. Так, все, поднимаемся. Потому что здесь ничего нету, еще темнеет. В принципе, ну такое себе, наверное, то, что темнеет. Ну ладно. Овечки, кстати, овечки. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас поубиваю немножечко. Еда есть, и как бы... Там-то хотя бы на тебя кабаны нападают, там как-то, не знаю, убить по тебе пытаются. Здесь все мирные, и тебе тут без проблем их можно убить. Да. Без всяких проблем. Так, гравий всякий сыпется, песок везде сыпется, пустыня одна везде. Ну, как бы такое, такое, да. Это что такое? Нифига себе горы. Посмотрите на это просто. Вот это жесть. Я первый раз такие горы песочные вижу, если честно. Песочные и каменные в одном как бы месте. Нет, правда, первый раз вижу. Данж, кстати. Неплохо. Неплохо, неплохо. Надо снова поесть. О, Крипуля, здорово. Крипуля. Здравствуйте. Так, что-то как-то ты странно бьешься. Ну ладно. То ли звук отстает, то ли мне кажется. О, кролик бегает. Так, погнали. Погнали, в данж сходим. Наш портал вот там, походу, находится. И я надеюсь, то, что мы вернуться мы сможем. Потому что если не сможем, то это реально будет очень плохо. Прямо очень. Бежим. Бежим осторожно, ребята. Так, я здесь, я здесь. Да чтоб тебя что не там добываешь. Так, давайте вниз. Тихо, есть. Все, отлично, железная конская броня. Яблоко. Я здесь, кстати, одну крутую вещь могу найти. Подождите, а, ее здесь нет. Это седло, да. И книга. Пронзатель 5. Офигеть, я, кстати, шлем забыл одеть. Яблоко золотое и железо. Железо. Железо, офигеть. И конская броня. Я кости тоже заберу, не знаю зачем. А хотя почему не знаю. Я знаю, потому что здесь можно что-то крутое. Что-то крутое сделать в аду. Я могу там деревья посадить какие-то из обычного мира. Это-то я без проблем сделаю. Вообще будет прекрасно. Так, кости забрал. Нитки не нужны. В принципе, конская броня, ребята, мне здесь не нужна. Если что... Если что, то, наверное, вернусь. Координаты на видео вот так вот спалю. Да, чтобы было понятно. Так, хорошо. Я, наверное, что-то, какие-то блоки поменяю. Багровые могу. Ну, типа, я не хочу песок тратить. Хотя, наверное, чуть-чуть придется. Так, все, погнали. Поднимаемся, поднимаемся. Так, хорошо. Ой, зомби-зомби. Зомби меня ударил немножечко. Давайте в сторону дома немножечко возвращаться. Он где вообще? Ух ты, зачарованный железный меч, нифига себе. У меня сейчас вообще с одного удара ударит, не надо. Так не надо делать, ребят. Точно не надо. Золотая броня меня немножечко спасает здесь, потому что все-таки это какая-то защита. Но железа все-таки мало, я что-то в горах его и не видел здесь. Как бы один уголь и все.
Так, вот, видите, еще уголь. Горка, конечно, странная. Прямо реально очень странная. Так, хорошо. Хорошо. Могу сид показать, кстати, для тех, кому это может быть интересно. Потому что реально необычный мир. Правда, необычный мир. Тихо! Вот дерьмо. А как бы... Ой, а я в аду появился, как бы здравствуйте. Я сюда не планировал возвращаться. Так, ой, так, подождите. Это все плохо. Так, давайте сделаем вот так вот. Заправим и побежали, наверное, отсюда, потому что все реально плохо. Блин, я как уметь-то мог? Хотя я сразу понял, то, что это сложная сложность, да? И из-за нее я погиб, ребят. Все из-за этого, да. К сожалению... К сожалению, да. Да-да-да. Блин. Это такое, типа, более-менее такое спокойное видео получится там. Потому что я сегодня чисто... Чисто пытаюсь... Блин, да... А-та-та-та-та-та-та! Нет! Ну, пожалуйста, не надо! Чтоб тебя, блин! Пол сердечка, блин, одно сердечко осталось. Как так-то? Что так хардкорно-то? Еще, блин, бежать далеко непонятно куда. А, вот, я понял, куда бежать. Ну, не совсем, на самом деле. То есть, портал мой здесь. А вот она, эта самая крепость. Не крепость. Ой, блин, скелет, не надо. Блин, все равно стреляет собака. Так, давайте, бегу. Бегу, давай, плыву. Блин, это жесть какая-то. Так, хорошо, где-то здесь я умер? Нет, не здесь, вот там дальше. Главное, чтоб не скелет. Это что такое? Что за... Это что за магия? Скелет в алмазной броне. Ребят, я, конечно, понимаю то, что сложность сложная, но я такой первый раз в жизни вижу. Скелет в алмазной броне полностью, без модов, без всего. Вот, у меня ванила. Только Optifine стоит. Так, подождите. Что-то жесть какая-то реально непонятная. Где-то здесь я умер. Вот, отлично. Хорошо, что у меня факела здесь светятся. Optifine свое дело делает. 6 слитков железа, кстати, у меня. Неплохо. Так, факела сюда. Шлем сюда. Так, броня сюда. В принципе, вроде как все забрал. Обязательно поем сейчас. Так, осторожно, быстренько поесть, потому что... Сейчас, блин, в спину кто-нибудь выстрелит, и все. И проблемы будут. Есть эндерпёрлы, если что, надо было, если что, кинуть. Но я забыл. Так, видите, вот такой вот есть темный лес. Тоже, в принципе, неплохо. Есть, кстати, первый саженец. Про них вообще забыл. Вроде как все забрал. Железо. Уголь где? А, уголь здесь. Хорошо. Железа нету. Железа очень мало. В следующей серии, скорее всего, мы отправимся в искаженный лес уже. Потому что там реально будет интересно. Такое все там синенькое. Я там ни разу не был. Так, опять крипер. У меня задом убить хотел. Взорвать, блин. Зомби. Да, ну прикольно здесь, конечно. Интересно, блин. Как-то даже непривычно, потому что я, блин, в аду выживал, блин, последний месяц. Второй, блин. Почти 2 месяца выживал. Я же сам особо и не выживаю без записи. Потому что без записи, если честно, как-то скучновато, когда на запись тебе хотя бы что-то сделать надо. И надо интересно что-то сделать. Да, потому что как-то... Как-то интерес появляется, то есть ты как бы это показываешь, ты пытаешься сделать все красиво, круто, интересно. Ну а когда ты сам выживаешь, ты что-то сделаешь, конечно, ну а так-то потом интерес пропадет. Конечно, когда с кем-то играешь, то поинтересней. Так, ну ладно. Быстренько. Да блин, кто? Маленький? Маленький зомби, осторожно. Маленький зомби, отвали от меня, блин. Мини-зомбяна, блин. Мини-зомбяна, блин. Вспомнил 2013-й. Да, а может быть и 14-й, не знаю, 14-й, наверное, 14-й, так, крипер, да чтоб тебя, что-то так взорвался-то быстро, я вообще думаю, что сейчас умру, так, крипер, осторожно, так, лампочки можно убирать, блин, железа мало как-то, 6 литков, это, конечно, для ада-то неплохо, но а так-то это маловато, но угля у нас зато дофига, да, угля дофига, это, конечно, плюс. Опять идет крипуля. Так, отлично. Где железо? Дайте железо-то.
Ага! Ты в смысле? А-а-а! Тихо! Тихо, тихо! 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 Здрасте, мистер. Ненормальный, блин, скелет. Охренеть! Вот это было страшно, я, блин, даже заорать не успел, блин. От страха, блин, реально. Капец. Блин, это жесть. Так, блин, ну где-то в лесу. Я думал, там железо есть. Может быть, конечно, и есть, но... Видите, какая ситуация. Меня там чуть три пули, блин, не взорвало. Так, ладно. Ладно, ладно. Здесь у нас пусто. Идеально. Хорошая пещера. Что-то мне сегодня ни одна пещера железом не попалась. Так, опять крипер. Откуда вы беретесь в таких количествах-то? Еще взрывается, блин. Еще взрывается. Жесть какая-то, блин. Да. Ну, я даже не знаю, может быть, мне вернуться. Я, конечно, немножечко тут так побродил. Как-то особо ничего и не добыл. Как бы ничего особо у меня и нету. Но так-то, в принципе, что торопиться-то? В принципе, понемножечку тут добыл какие-то вещи. И нормально. Так, в яму какую-то попал теперь. У меня, блин, так песка не хватит. Точнее, его-то хватит, его как раз много. О, красиво, мне этот самый дельфин ускорение дал. Красавчик. Так, хорошо, давайте через горку сейчас пройдем и, в принципе, вернемся домой. Я хочу скрафтить некоторые вещи. И на этом, наверное, буду, ребята, заканчивать. Давайте опять поедим. Еды уже не так уж и много осталось. Ну хотя почему, в принципе, у меня есть 6 этих самых баранины. Так, ну все, давайте отправляемся в обычный мир, хотел сказать, да, в обычный ад, блин. В нижний мир отправляемся, да. Вот он сундучок, вот они, обычные фонарики, кстати, есть. Но из них я ничего сделать не смогу, это просто фонарики, они такими и останутся. Давайте поставим, я не знаю, куда-нибудь. Куда-нибудь поставим их и будет зашибись. Например, у портала. Куда-нибудь вот сюда, я не знаю. Почему бы и нет. Нам теперь нужны какие-нибудь факела, которые будут отпугивать. Как они крафтятся? Нужен песок душ. Вот он, песок душ. Его у нас куча. И нам нужны, естественно, палочки. Давайте я немножечко факелов возьму. Вот, ребят, факела душ. Отлично, возьму себе 32 штуки. Блин, угля всего 20 осталось. Так, надо что-то выкинуть, потому что места вообще нету. Есть зато земля, есть обычное дерево. Давайте сразу посадим где-нибудь здесь. Так, отлично, кабан на меня нападает. Да иди ты отсюда, вот у меня искаженный гриб есть. А, у меня факел искаженный есть. Беги, беги отсюда. Че ты сюда идешь-то? Какой-то он странный. Даже бежать не хочет. Они же боятся искаженные вещи. Меня, походу, обманули. Но он на меня почему-то, кстати, не агрится. Вот этого я вообще не понимаю. Просто вообще никак. Я, давайте я сразу сделаю ведро прям здесь. Вот такое вот ведро. И, в принципе, что еще? Карта клада. Ну, это в обычной мире, естественно, искать надо. Морковь, кстати, вот что я хотел, кстати... сделать, в принципе, дерево посадить я хотел. Вот смотрите, он боится все-таки меня. Точнее, не меня. Он пытается, но факела ему не дают это сделать. Вот, смотрите, мы можем прям поставить здесь, осветить это все дело. Вот так вот, ребят, красиво. Идеально просто. Идеально. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. Вот так вот все. Красивенько. Тебя уберу я. Вот, я сюда тоже все освещу, потому что здесь света не хватает. Конечно, когда с ними буду торговаться, то, скорее всего, будет не сильно удобно здесь их встречать, потому что их здесь просто-навсего не будет. Они будут отбегать, но, блин, я постепенно захватываю свою местность. И, наконец-то, я могу это сделать спокойно. Блин, помните, я здесь даже умер в первой серии. Вот что ты делаешь? Твою мать! Ты что делаешь, дурачок, что ли? Ты что за мной бежишь-то? У меня же факела тут искаженные везде. Я чуть это самое сейчас. Ой-ой. Ему что, им пофигу что ли, я не понимаю. Почему они так странно реагируют на факела? Я их вообще не понимаю. Ну ладно. Кости. Кости. Так, отлично. Идите отсюда, блин. Реально надоело. Посмотрите просто на это, блин. Красота. Просто красота.
У нас появилось дерево. И мы теперь можем вот так вот все добыть и еще саженцы получить. Просто, ребята, идеально. Так, все отлично. Блин, вы надоели здесь? Иди ты отсюда. Слышь, ты кабан. Ты посмотри, они просто дикие кабаны, блин. Твою мать. Твою мать. Он за мной бежит. Бежит, бежит. Осторожно. Так, надо у себя тоже поставить, потому что они здесь спавнятся иногда. И как бы это опасно. Так, вот сюда, наверное, куда-нибудь. Вот он, наше дерево. Если это правда боюсь, подходи, потому что они прям там пустят, блин. Не уходят, главное, не отбегают, ничего. Вот эти кабаны, блин. Так, отлично. Дайте саженцы. О, отлично. Посадить. Ну и зашибись. Как на скайблоке каком-то, блин, да? Только здесь кругом другие деревья, которые также можно сломать, что-то скрафтить. А я занимаюсь какой-то фигней, да. Фюсею. Тихо, тихо, тихо. Ну как фигней, в принципе, какие-то вещи я получил. Типа угля, да чтоб тебя вы надоели. Они очень странно реагируют. У меня везде тут факела стоят, блин. Они должны убежать, блин, на 300 километров отсюда. Ну не 300, но 300 метров хотя бы. Так, ой. Я мясо, блин, не могу собрать. Не дает собака. Блин, дайте мясо-то забрать. Надо поесть опять. Вот жесть, конечно. Короче, нету здесь нифига. В принципе, ребята, я думаю, на этом буду заканчивать это видео, потому что в принципе, вроде как оно получилось не маленьким, и я думаю, то, что на этом, наверное, пора как-то остановиться. Так, хорошо, давайте я, кстати, уже сделаю второй сундучок, потому что что-то здесь вообще уже нету места никакого. Так, да что я делаю-то не так? Объясните мне или что? Потому что я что-то как-то туплю сегодня. Так, отлично, давайте сюда поставим. Неплохо, неплохо. Можно сделать какие-то печки. Еще что-то, я не знаю, да, что здесь можно скрафтить, я даже не знаю. Как бы вот, могу стол картографа для чего-то сделать. Пускай будет, он крафтится вообще легко. Пускай будет. Не знаю, правда, зачем. Вот, например, карта клада. Бумага. А, я расширяю карту каким-то образом или что? Она как-то меньше стала. Или что? Не понимаю, ребята. Если честно, вообще не в курсе, как это работает. Теперь я могу, кстати, нормально все пожарить. Вот так вот раз, уголек, и все нормально работает. Огнестойкость везде есть. У меня книжка теперь на пронзателя есть. Тоже можно сюда положить что-то. Вот это дело все. Так, в принципе, ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал, оцените видео. В принципе, нажимайте на колокольчик обязательно. Все дела. Все как положено. И, ребята, на этом все. Да. Видите, всякие кактусы здесь расти теперь будут. Вот так вот посадить можно. По приколу чисто. Ну и, в принципе, нормально, да. В принципе, все. Всем спасибо, всем пока. Такая, типа, легкая серия получилась, просто всякой фигней позанимались. В принципе, наверное, серия, в которой мы не занимались фигней, это, наверное, была прошлая, третья, потому что мы действительно там много чего сделали. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.